Всем привет! Сегодня будет битва строителей на тему двери, в которой мы будем строить двери, да? Двери Roblox. Это такая игра в Roblox, такой новый хоррор, очень популярный в Роблоксе. И мы можем построить как монстров, как двери, ну вообще все, что захотите. На все это у нас будет времени 3 часа. Как обычно, мы начинаем с салюта, и после него вы начинаете строить. Так, все, салют взлетает. Ура! Готовы? Вот, запуск. Да. Что-то не видно было. Ну ладно. Давай еще раз. Ладно, начинаем строить и так. Уже прошло 30 минут. Смотри. Я пришел к гусю, чтобы посмотреть, что у него здесь получается. Сразу вижу, что у него вот такие вот стенки. Можно зайти внутрь, и здесь у нас лифт. А, да ты молодец. Получается, вот мы оказываемся в лифте, который у нас играет такая крутая музыка, открываются ворота, и мы идем проходить двери. Ого, тут уже вообще как будто какой-то этот... А, ты делаешь 50-й уровень, где у нас этот бегает? Да. Как его зовут? Прыгал. О, интересно получается. Ну, ты тут сделал такие столбики красивые. Вот здесь получается подъем, там где книжки, дверь, замок. Кто-то построил начало двери, кто-то середину. Сейчас посмотрим. Может, кто-то и конец построил. Мастер Приора. Почему ты меня называешь Мастер Приора, а не Приора? Ну, у тебя ник Мастер Приора. Поэтому я тебя называю Мастер Приора. Понятно? О, это что за врата? 50-й уровень. Тоже 50-й уровень? О, зато здесь есть самое крутое уважуха. Картина уха. Только сделай так, чтобы ее воровать нельзя было, потому что... О, какие дорогие картины, давайте их воровать. Окей. Все, 10 из 10. Дальше у нас паштет 4. Ой, блин, это что такое? Ты какую-то программу используешь, чтобы рисовать 100%, да? Но это у тебя такой пиксель арт Раша. Он очень красивый. Но что-то ты его долго делаешь. Но все-таки очень красиво. Вообще, как будто прям настоящий Раш. Дальше у нас памперс. Что-то памперс там ГЭ, он самый крутой, вроде бы, или что-то такое. Тоже 50 уровень. Мне кажется, только 50 уровень. У тебя тут вообще ничего нет, но зато есть огромные книжные полки. Сколько книжек? Ужас. Ты все это читать собираешься? Ну, посчитай, да. Давай я тебя заставлю все это прочитать. Нет, не согласен. Давай, ты будешь в конце этого видео все это читать. Там один листик. Жирный. Ничего, один посмотрим. Листик. Так, дальше у нас какиш. Посмотрим, что у тебя там. Вообще не слышно и не видно какиша. Не начал тут строить, тебе дорс, а поэтому я строю свой. Не понял. Короче, я строю свой дорс. А, ты строишь свой вымышленный дурс. Вот, типа, тут такой мягкий, теплый ковер. Кстати, да, уже скоро зима. И, кстати, было... спасибо, ты мне дверь вымыл. А я думал, что там за деревяшка валяется? Я ее выбросил нечаянно. Здесь у нас красивая дверь обычная. Здесь у нас красивые... Что это? Ну, что-то красивое. А здесь у нас коричневый пол, коричневый потолок. Ура! Вау! Так, теперь пойдем ко мне. Во-первых, я сделал страшную версию Раша. Но, если честно, она не такая красивая. Здесь у нас сами двери. То есть, вот, можно зайти вот сюда. Здесь у нас шкафчик, который можно залезть. И Раш тебя не сможет съесть. Пойди. Ну, должно сработать, но я еще не проверял. И не собираюсь. Ну, у нас вторая комната. За ней будет третья, четвертая, пятая, шестая. Это были все постройки на данный момент. И все. Так, прямо сейчас я активирую PvP-режим, чтобы проверить твою карту. Я сделал 5 дверей, прикиньте. И они все работают, потому что можно залезть в шкаф, жесть. Так, во второй комнате я сделал головоломку, которая сломает мозг прям всем. Ну, что-то надо просто на кнопку нажать. Потом нажать сюда. Но никто не будет подозревать об этом. Ой, что-то я полкомнаты снес снова. Так, дальше у нас здесь надо будет подняться вот в эту... Хоп. Ну, вообще-то, эта кнопка ничего не сделает, поэтому они просто потратят время, потому что им надо вообще-то пойти сюда и нажать вот сюда. Хоп, и все, вот так-то. Потом мы идем, ой, идем сюда, здесь, ой, что с дверью? Проходим, и здесь выходим. Так, давайте я посмотрю, что у вас там интересного. Так, идем к гусю, чтобы посмотреть, что у него там получается. У меня уже 5 дверей есть, а что тут у гуся есть? Работает? Работай. Ой. Что? Дверь? Здесь у нас имеется такое крутяцкое кресло. Ой, дай, я тоже хочу посидеть. Кустик! Кустик растет! В этом, в шерсти, это вообще что за такое? Это не шерсть, это земля.
Да на землю не похоже, подделка, все понятно. Здесь у нас проход сюда. Книжки по алгебре, химии, ой, физике, геометрии. О, уважуха, это все мои любимые книжки на одном столе лежат. Это литература и русский. Видимо, что мне нравится. А здесь пока ничего нет. Дальше мы идем к Фарпортал. Фарпортал. Блин, когда я твой ник запомню? Книг надо побольше. А куда памперс убежал? Он сбежал, кажется, книжки читать не хочет. Жесть. Он что, реально подумал, что я его заставлю все это читать? Теперь мы идем к мастеру Прирору. Привет. Привет. Как там моя картина поживает? Ну ты офигеешь, что я тут сделал. Давай, заходи. И чё? Как тебе? Ты чё паутину рядом с моей картиной поставил? Вообще не увожу. Извини, нет, не верь. Убери паутину в другое место, пожалуйста. Окей. Зато ну, у тебя тебе? Тут есть кустарники в металле. И сами они состоят из бетона. Здесь у нас есть куча книжек, паутина, две картины меня. Идём сюда, я тебе кое-что покажу. Иду. Кстати, ещё лист. Самая толстая книга по алгебре. Где? Самая толстая книга, вот она. Алгебра. Оу, круто. Сюда можно посмотреть. Это звёзды. Вообще красиво как. Я тоже себе такие сделаю. Украл идеи. В смысле украл? Я повзаимствовал. Ты чё? Кстати, вообще да, будет красота вообще будет. Да. Не сомневаюсь. Ну давай пойду к паштету, посмотрим, чего паштет. Ну, давай. Давай, удачи. Тебе тоже, она тебе пригодится. Это что за колеса с поршнями? Зачем паштет? Не знаю. Ой-ой-ой, я понял, что тут будет происходить. У тебя будут крутиться все эти квадратики, да? Да. Жесть, а зачем? Как по-настоящему дулся. Что-нибудь там крутится, я даже не замечал. Да, не крутится. Вот такой страшный раш просто вообще. Не буду тебя отвлекать. Идемте к Акишу. Где проход? Иди сюда, вот, наконец-то, где вода. Какая вода? Иди к воде. Какой воде? Обычный. Это песок перекрашенный в синий цвет, ты чё? Так, ладно, чё тут у нас? Проход это в двери. Чё тут? Здесь должен быть туалет, и здесь будет, типа, открываешь дверь и убегаешь от чудика. От тебя может? Ну да, может быть. Вот красную конфету съешь? Ням-ням-ням-ням-ням. Саблю возьми. Не, ну чем не грозное чудовище? Я не войду сюда. Ну ладно. Проход побольше сделай. Ладно, все, до свидания, пошел дальше строить. Пока. Гусь, привет. Сейчас давай посмотрим, что у тебя тут. Заходим. Мы катаемся в лифте в отель. Приехали. И что теперь? Ключ как взяли. Себе? Ключик взяли. Дверь себе. Открыли. Дверь открывается. Эту тоже. Еще одна дверь. Ой, где ты? Все, иду, белую, и куда я иду? О, белый проход в бездну. Все. Крутые у тебя двери, мне понравились. Ну ладно, Гусь, ну у тебя красиво, но мало. Фаупортоу, я пришел к твоим вратам. О, у тебя тут диван перевернутый, можно я его себе заберу? Красивый. Что, диван не отдашь? О, вот это покруче, кажется. И что, а где же у нас тот самый страшный монстр? В окне спит. Где? Он там просто сидит, отдыхает. Хорошая отмазка. Я иду к Приоре, мастеру Приоре. Привет. Привет, у нас тут маленький скромненький отель, вы сами знаете. Ну, как-то так. За той дверью добавилась секретная комната. Также тут строится статуя, в честь тебя, конечно, Лук. Видишь свой портрет? Да, красивый. Свет падает, и дверь открывается у нас. Идем. Стан идти. Здесь открывается дверь. Молодец, ты прошел. Внизу тебе задание. Подпишись. Я уже подписался. И я. Так, сейчас я пришел к паштету. Какой красивый. Красиво, кота как. Какой декор. Мало, но очень детализирован. Мне кажется, паштет круче всех получилось. Ух, я, конечно, случайно твою команду спал, я типа проходил. Гусь, уходи оттуда, это моё. Ты все знаешь, все, я тебя не пущу туда. Ну, вообще-то я ничего не сделал, потому что я вообще просто ушел и все. Я отдыхал, короче. Ой, он же меня сейчас подсъест. Нет, опять. Ужас. У меня вообще все идеально, у меня все получается. Я сейчас сделаю вот этого рашера, чтобы он мог за нами бегать. Опять упал. Ух, это уже смешно. Мне кажется, его скоро надо будет разобрать на запчасти. А почему он меня телепортирует? Я же далеко. Ладно, как-то уже надо привыкнуть к этому. Так, давайте сейчас я уже, наверное, свою постройку буду обозревать. Заходите в первую комнату этих ужасных дверей. Я вот вижу шкаф. Да, шкаф. Ой, попробуй зайти в шкаф. В нем можно спрятаться. О, а что у нас в следующей комнате? Да, тут следующая комната. Что в следующей комнате надо сделать?
Это кнопочка. Кнопочка, да, кнопочка, вы заметили, молодцы. Рашер побежит через 5 секунд, скорее прячьтесь в шкаф. Все, он побежал. Видите, он впереди, видите, пробежал. Страшно. Фига. Он пробежал через эту дверь. Но как нам ее открыть? Может, появилась еще одна кнопка, которая тут где-то лежит? Я нашел. Молодец, красавчик, нажимай. Бабах! Видел? Идемте сюда. Тут тоже дверь. Просто разбросал. Смотрите, так, дырка в крыше. Вам не кажется, что это подозрительно? Люк. Есть люк. Там есть кнопка. Нажмите. Все, вы Рашера взорвали, он погиб. Взорвали. Так, а как же открыть Рашер. Эту дверь, собственно? Я застрял, у меня жирная попа. Есть. Кажется, там кнопочка стоит. Нашли, молодцы. Это так, давайте пойдем дальше. Подождите. О, красная кнопка, мы же все любим их так, да? Ой, я уже нажал. Бегите скорее по лабиринту. Не знаю, как он нас обогнал, но лучше бежать отсюда, потому что тут сейчас все взорвется. Тут можно открывать двери, смотрите. Давайте, тут бежим. Можно перепрыгивать. Это выход. Наконец-то. Помните, мы убили Рашера? Ну, да. Он вернулся. Ну, какой-то странный. Бегите скорее. Бежим. Обратно, да. Странно, да, туда-сюда. Мне кажется, он сейчас лопнет. Он сзади. Он сейчас лопнет. Он слишком энергичный какой-то. Все, он лопнул. Ну, все равно бежим назад. Там портальчик. Тут остатки Рашера, которого мы только что взорвали. Нас телепортировал в какую-то неизвестную локацию. Впереди какие-то фиолетовые глаза. Пошлите. Эндермен из Майнкрафта. Гусь, ладно. Прямо сейчас мы будем смотреть твои двери и проходить их. Нет, не смотри туда. Куда не смотреть? Куда? Туда. Ладно, пойдем. Дамы и господа, заходим все в лифт. Подожди. Вот мы находимся в лифте. Мы на нем едем прямо сюда. Ого, круто. А почему мы едем, но мы не едем? Ну ладно. Мы приехали, и, конечно же, здесь у нас алгебра, физика, геометрия, здесь русский литература. Но нам нужен ключ. Смотрите. Открываем дверь. А что это? А что это? Я тоже не знаю. Ой, куда это я попал? Свобода! Свобода! Ура! Свобода не работает. Работает. Кажется, у меня вылетело. У меня тут к тебе предложение есть. Что это такое? Этот Уганда Наклз просит, чтобы гусю дали 20 лямов, иначе он взорвет эти кнопочки. Бедные красные кнопочки. Вот так ему. И еще гуся. Где гусь? Ну тогда кнопочки взрываются. Это что? Как посмеешь? Да. Как смеешь? Нет, все красные кнопочки. Я не успел их спасти, злодей. Ты больше не добрый гусь. Я добрый гусь. Ты взял все кнопки и взорвал. Все, злодей, мы уходим. Давай-ка ко мне, фау-порт. Ау, заходи. Гусь, идем сюда. Нам пригодится твоя помощь. Сейчас, подожди, я не могу зайти в комнату. Съешь красную конфету, возьми огромную базуку. Я есть монстр. Все, монстр готов. Прям настоящий поедатель красных кнопок. Заходим в дверь, подрубаем страшную музыку. И... Кто меня подстрелил? Месть за красную кнопку. И еще раз, чтоб точно запомнил. Что произошло? Монстр начинает нас искать через 3, 2, 1, 0. Все, монстр выходит на арену. А что нам надо сделать? Найди кнопку по рисунку. Отдаю честь великой картине уха. Ой, что-то страшно. Может, я в шкафчике посижу, все это меня сделают. Он на тебя бежит, значит, ты его отвлек. Ой-ой-ой, что-то опасно. А, он за мной бежит, он за мной. Я знаю, где ой-ой-ой, гусь идет сюда. Надо спрятаться. Ничего страшного. Надо тебе поменять. Бежим. Что делать? А, он здесь. Он на меня бежит. Страшно прям вообще. Я в шкафчике спрячусь и буду там сидеть. Нет, меня убили. Так, ладно, давайте я сам взгляну на рисунок, что там вообще нарисовано. Только надо осторожно. Там нарисую на твоей картине. Стоп, я что, один остался? Вы что все меня кинули? Не, я тут. Я вторую жизнь юзнул. Я от картины Зега. А где-то рядом с Зегом... А, я понял, вот я нашел Зега. Так, вот Зег. Вот картина уха. Или что делать? А он здесь! Монстр здесь! Ой-ой-ой-ой. Страшно, а страшно. Давай... Я в шкафчике спрячусь, все, он меня не найдет. Все шкафчики проверяют. Так, давай-ка посмотрим, где? Где кнопка? От картины до так. Зега и за шкафом вот здесь посмотреть. О, здесь? Ай, больно. За шкафом у нас ничего нету. Там кнопка! Я нажал. Все, выход открыт, бежим. Бежим, давай скорее. Ой. Монстр тут. Давай ты его отвлекаешь, я бегу. Короче, меня что-то этот монстр бесит. А ну-ка сюда получил Амугус. О, я победил монстра. Помогите, меня в стену вбило с книжками. О, все. Нормально, надо бежать. Кусок мяса ходячий уничтожили и бежим в дверь. Гусь. Все, выбежали. Бежали.
Бежим отсюда! Все, мы сбежали от этого злого гуся, пожирателя красных кнопок. Мы появились опять-таки в 50 уровне, где у нас нарисован огромный танк, огромный черный квадрат, огромная статуя Геймса. Смотрите, тут есть листик с надписью У. Давайте на нее нажмем. Ой. Опа. О, нет. Поэтому смотрите, там какие красивые картинки у Геймса. Попробуйте на картину нажать. На картину нажать попробовать? Чтоб мы на нее нажали только что. Теперь бежите. Тут, кстати, статуя Юг Геймса. Да, крутая. Беги, дверь открылась. Ура, мы сбежали. Молодец, ты нашел кнопку. Теперь иди прямо. Зачем? Мы попались на ловушку. Ну, как-то так. Ай-яй-яй, все, табличкам верить не будем. Я позволяю тебе нажать на эту кнопочку. Что это? А, нет. Что же ты тут у нас понастроил, какие же интересные. Заходите, теперь... Бежим туда, дверь закрыта. Ищите кнопку. О, вон там, смотрите, я ж помню. Так, открываем и бежим сюда. А здесь что у нас? Так, комната. О, тут можно поспать, это из Майнкрафта, мне кажется, да? Шкафчик. О, кнопка. О, нажал, молодец, красавчик. Тут открылось, круто. Выбили просто. Ищите кнопки. Я нашел красную, которая ничего не делала. О, она тоже открыла тут. Проход. Легко мы так все проходим. Так, что здесь у нас? Еще одна кнопка. Дверь. Заходите быстрее, в дверь. Дверь, заходите быстрее. Конец. Заходите быстрее. О, это что такое? Что-то закрыло дверь. Ой, зачем ты мне сломал кепку? Ты крутой, да? Все. Правда, нет. Время экшена. Какой экшен? Да, лучше отсюда уходить. Я не возрождаюсь. Паштет очень старается над своими постройками. Ну, в том смысле, что они у него, типа, крутые. Он сделал рашера. Заходите пока что все порталы, ждите тут. Вот тут ждите. О, тут много шкафчиков в этом. Знаете, одна дверь там такая, комната в дверях есть. Там очень много шкафов. Это, кажется, та самая комната. Что за монстр пришел сюда? Ужас. Ваша задача не умереть и дойти до конца. Понятно. Так, открываем шкафчики и прячемся в них. Бедный гусь, он не помещается, такой жирный. Все, я спрятался в шкафу. Ничего страшного. Ой-ой-ой. Короче, сейчас гуся поймает. Да и не только гуся. Так, сейчас бежим. О, нет, не бежим. Давай, скорее пробегаем. Че у нас 0 FPS? Заходим в дверь. Бежим, а что, дверь не работает? Ужас. Дверь не работает, ужас. Но шкафчики тут красивые. Я забанился. Вот такая у меня игра получилась. Интересная очень. Очень прикольная у тебя игра, дай-ка я пройду. Почему я не могу выйти? А здесь у нас встречает стол очень вкусной еды. Давайте его съедим. Стол переговоров. Какие же? Ну что, все пистолеты достали? Что да, для безопасности. Поддерживаю. На этом будем заканчивать эту битву строителей. Спасибо всем за участие и за просмотр. Не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Ну а с вами был Геймс. Всем пока.